Одним из ключей к успеху является воздержание от обращения к людям с просьбой. Аллах сотворил человека свободным и не нуждающимся, но стоит ему только показаться на людях, как он сразу же начинает чувствовать себя униженным. Постоянно нуждается в чем-то материальном. Постоянно ищет что-то в мирском. Постоянно испытывает внутренний упадок, все время чем-то недоволен. Честь, благородность, достоинство и счастье могут быть достигнуты только когда вы перестаете желать то, что есть у других, и просите только своего Творца наделить вас богатством. Просите богатого обеспечить вас всем необходимым, обогатить вас. Это качество не встречается среди творений. Как говорится, «Я сотворен свободным. Я ни от кого не принимаю ни унижений, ни одолжений». Когда вы просите что-либо, просите у Аллаха. И когда вы нуждаетесь в помощи, то ищите помощи у Аллаха. В этом и заключается высокая честь – быть с Аллахом, воспользовавшись предоставленными возможностями, проявив терпение. Сегодня кого-то почитают за его высокую должность, как вскоре они оказываются униженным им же. Но стоит им только опомниться, как все просторы земли сужаются перед ними. Их грудь стягивает обручем, и они начинают винить себя, утратив свою радость и счастье. Поэтому старайтесь быть самодостаточными. Не жалуйтесь о своих бедах никому, кроме как Аллаху. И тогда Аллах ниспошлет вам помощь посредством своих творений, или же Он дарует вам безграничный удел. Какая же это высокая честь, мои дорогие? Ведь это и есть одна из дверей к счастью.